Привет, народ! Привет из Америки! Барни салем! Всем привет! Итак, сезон 2017 начинается. Посмотрите, сколько у нас много студентов сегодня. А что там происходит, ребята? Что вы делаете? Что-то все столпились. Зефирки. Что вы жарите? Пытаемся. Можно, можно. Ребята, все привет передавайте. Привет! Сегодня мы выбрались в парк. Находится этот парк в Хаянисе. Отличная погода. Очень много ребят собралось. Мы даже не ожидали, что столько ребят будет. Отличный день, отличный вечер в отличной компании. Также у нас сегодня есть игра. Ребята играли в Дженгу, но ее оставили, потому что еда это важнее. Таня, как настроение? Рассказывай. Все хорошо. Что новые впечатления? Все нормально. Давайте почаще будем так встречаться. Вот это вот хороший поинт. Поэтому все с Казахстана, с России, с СНГ, приезжайте в Америку, и мы будем так почаще встречаться. Всем привет, меня зовут Алтынай. Меня зовут Юля. Илья. Мы все учимся в одном университете, в МАБе. Познакомились чуть раньше, но приехали в Америку вместе. В общем, первый день нас встретили ребята от СССР на черной Камри. Почти сразу с аэропорта, это было очень классно. Мы обрадовались, путь был очень быстрый и, ну, классный. Но даже сам перелет прошел нормально, даже так нас смотрели, и такая природа, и сразу влюбились. Нам очень здесь нравится. Первые дни у нас было немного сложностей с поиском жилья, мы остановились в Палмуте, и 4 дня мы просто ходили, где возможно, у всех возможно спрашивать жилье, потому что у нас работа есть в городе, а вот чтобы остановиться, места нету. И мы много, ну как было тяжело, и мы расстраивались из-за этого, но из-за того, что у нас было трое, наверное, было немного легче. А потом мы нашли вариант, 3 минуты от работы, просто шикарные у нас все условия, там Wi-Fi, кухня, как бы, все можно пользоваться, да. И работа у нас очень классная. В общем, самое главное, ребята, кто захочет полететь, но еще сомневается, не сомневайтесь, да. Не бойтесь лететь сюда. Мы думали, что мы тут будем одни, но нет. Вас тут большая семья, да, и это очень классно. Есть ребята, которые всегда могут помочь, и это очень приятно. И вот реально то, что поддержка, вот, которую ребята организуют в СССР, это очень ощущается. Особенно первые дни, когда нам некому было обращаться в чужой стране, они очень сильно нас выручили. И прям сами ездили и помогали искать жилье. Огромное спасибо Макжану и Дастану. Типа, да. И Алди, который нас привез. Да. Очень быстро и с ветерком. Все, спасибо. Миша, гость с России. Настроение. Вообще отлично, все шикарно. Круто. Спонсором мероприятия у нас является Oreo, кетчуп Heinz и сосиски. Профессиональные повара у нас сегодня Хуаныш отвечает за огонь. Он у нас firekeeper. Алихан профессионально накладывает сосиски в тарелку. Давай сюда сразу. Алмаз уже готов есть. Мам есть мам. Да, мам есть мам. Давай, Костян, мясо, наслаждайся. Спасибо. Жизнью. Да, качок, Америка тебя приветствует. Прибог тебе. А он поможет тебе. Да? Видишь, у нас профессиональные, они накладывают. О, спасибо. Вот, все. Ну все, сосиски готовы. Ребята, скажите, как, вкусно? Да. Все, дожарилось, пережарилось, не дожарилось? Как? Меня зовут Фазихван Абдулфат, я с Усть-Каменогорска. Прилетел сюда в Саус-Ярмут. Очень классно, очень здорово. Работаю на Сабвы, получаю чипсы и море позитива, море кайфа и веселья, драйва. Привет, меня зовут Айдана, тоже с Усть-Каменогорска. Работаю тоже с Сабвы, только в другом городе. У нас все хорошо, жилье мы нашли, конечно, дороговато. Но живем в прекрасном месте, с прекрасными людьми. Я живу вместе с друзьями. И все у нас отлично, всем советую приезжать и получать море позитива, море энергии. Как дела? Надеюсь, все хорошо. Мы сейчас в Америке, находимся в Хаянисе, штат Массачусетс. Возле океана. Да, это, наверное, уже прошла неделя, как мы в Америке. Мы вообще были ошарашены, мы как бы толком язык не знаем. И поэтому приехали в шоке, и, ну, мы рады,
надеюсь, что нам попались реально хорошие люди на нашей дороге. Да, вообще прям супер. Вообще американцы очень дружелюбный народ. Спасибо большое. Реально, чем могут, сами помогали. Спасибо нашим ребятам с Казахстана, которые здесь, в Америке. То есть да, мы позвоним, говорим, вот у нас проблемы, они сразу... сразу помогают. Что, где, сейчас, все. Боже, подождите. Кстати, мы единственные студенты, которых не взяли на работу, ну, по офферу, которые без social security number. Так поэтому... что как-нибудь решайте эту проблему. И насчет жилья тоже обязательно заранее все решайте, потому что... Мы, во-первых, мы почти два дня мы ночевали в отеле, это было очень дорого. И один день, ну, нам уже на третий день повезло, так что ищите заранее жилье всегда. И всегда улыбайтесь и будьте дружелюбными. Да. Удачи всем, планируйте свою поездку, всего самого хорошего, спасибо вам, парни, за такой вечер и пока! Короче, очень классно. Приходите, увидите, поработайте. Посидите, сдохните, но все будет заебись. Америка келген алғашқы рет. Америка өте қатты ұнаватыр. СССР группасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Мағжан, Дастан, сіздерге үлкен рахмет. Бізді осылай күтіп алып, көмектесіп, қолдарынан келген, қолдарынан келген жаңағы аямайды бізді. Что мне еще добавить? Спасибо пацанам, кто встречал здесь. Пока тут первые две недели, все еще впереди. Работать, деньги подкопить. Трип, анал-нал. Все, надеюсь, будет хорошо. Всем удачи. Так, приехали в Америку 27 числа, в Бостон прилетели. Потом купили билет на автобус, доехали до Хаяни. Заранее мы не нашли жилье, приехали в 11 вечера, поняли, что это не очень хорошо, надо было заранее светиться и так далее. В общем, первую ночь мы переночевали в подвале у ребят, спасибо им большое. То есть мы приехали, какой-то праздник, все гостиницы были заняты, было ну, сложно. Потом переночевали мы в следующий день уже в отеле, да? И потом уже все, нашли хаус, хаусинг, и все было отлично. То есть совет такой, ищите дом заранее, где жить, и повторяйте наши ошибки. Короче, эта поездка, эта страна, она реально показывает, как вы вообще приспособлены к взрослой жизни, насколько вы выросли, и насколько вы вообще можете крутиться, суетиться. Здесь, в этой стране, здесь будет так, как именно ты делаешь. Здесь никто тебе ничего сверх того, что ты можешь, не даст. Тут как ты хочешь, как ты действуешь, как ты, грубо говоря, предпринимаешь что-то, так у тебя и будет. Так что, ребят, здесь можно расти, вы здесь приезжаете, здесь вам вынуждены вырасти. Поэтому мой совет вам такой, что приезжайте, крутитесь, суетитесь, и вам обязательно это в жизни, вот именно этот опыт, он в любом случае пригодится. Это была цитата, ребят, его друга. Okay, this is my friend from Ireland. I'm Emmett, I'm from Ireland. I'm Michael from Ireland. I'm Katya, I'm from Russia. Қыздарға айтатын кеңесім, мен өзім басында ембірші келерде қатты қорықтым. Себебі бір әлемде жалғыз өзім қалып қалатын сияқты қорықтым, бірақ олай қорықпаңдар. Себебі мұнда біздің американистардан бөлек қазақстандықтар басқа елден келіп жатқан, осы working travel-мен келіп жатқан студенттер өте көп. Және бұл жақта бәрі бір-біріне көмектеседі, сонысы қатынады. Мағжан бар, Дастан бар, үлкен рахмет оларға, ешқандай қиындықта қалдырмайды. Және мен өзім сенімді болдым, Мағжан күтіп аламын дегенде. Сондықтан қорықпаңдар, главное, өкінбейсіндер, еш өкінбейсіндер, ең бірші, келсіндер, өкінбейсіндер. Кстати, Мағжан демекші, ең бірінші күні келгенде біз автовокзалда мен сумкамды ұмытып кеттім, мол сумкамда менің бүкіл жылы киімдерім, жұмысқа киетін киімдерім, бүкіл көптеген документтің жартысы қалып қойған болатын. Ал не істейміз, не американский сим-карта жоқ, түк жоқ, сон бір отельге бардық та телефон сұрап Мағжанға хабарласып, алып кете аласың ба деп едім, еш жоқ деп түк айтпай, алып кетті, көп-көп рахмет, қиындықты әр кезде қолдайды. Сол себепті ақышқа келуге мүлдем қорықпаңдар. Иә. Күлмейсіңдер, тек опыт жинайсыңдар. Сәлем, менің есімім Саян.
мен Ақшқа бірінші рет келіп отырмын. Мұнда келгенде маған бірден ұнады, бәрі керемет, қажетті. Я хочу вам один дать совет. То, что когда мы приехали в Америку, нужно с собой брать денег как бы побольше. Там не 300, не 200 долларов. Да, лучше, как написано, 800 взять, и тогда все будет хорошо. Ну, мы приехали в Америку, уже нашли отель заранее за 30 баксов в Нью-Йорке на Манхэттене. Как, правда, нашли, я не знаю, но нашли. Все. И как бы приехали, и сразу нам, конечно, было непривычно там. Но мы адаптировались, да, и потом дальше стали двигаться, продвигаться и находить какие-то варианты, пути, выходы. Я, кстати, вот, такие дела. Короче, всем привет, всем хорошего настроения. Прилетайте сюда, в Америку, здесь люди очень добрые и вообще страна хорошая. Мы летели с Москвы с другом, с моим соседом по общаге. В Нью-Йорке мы были 2 дня, жили у... Джои, это наш друг по каучсерфингу. Ребят, лучший друг путешественника – это каучсерфинг, серьезно. Он согласился нас взять за 2 бутылки настоящей русской водки. Мы привезли водку через границу, все было хорошо, ничего не разбилось. Приехали к Джои, он нас встретил на другом конце города. Мы, естественно, как первый раз. Попавший в нью-йоркское метро, перепутали все, что можно. Он приехал за нами на машине, забрал, рассказал, как себя вести с американцами, что нам делать вообще. Приехали к нему, переночевали, на следующий день мы целый день гуляли по Нью-Йорку, гуляли и целый день, и всю ночь. Было все прекрасно, потом купили билеты на автобус и поехали. Вот, все, супер. Ребят. Да, ребят, все, мы из России. Да. Мы здесь всех так рады, что увидели людей из других стран. Познакомились. Вообще супер, конечно. Бывшая СНГ. Все здесь друг друга помогают, поддерживают. Это очень, как бы, здесь приятный момент. И поэтому всем спасибо, всем удачи. Давайте, Россия с нами, все с нами. Все мы любим друг друга. Всем. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough somewhere.